Всем привет, с вами Том, и мы продолжаем обзор эквестрия Girls Minis, замечательных чиби-девушек из эквестрии. Сегодня мы посмотрим на Twilight Sparkle, причем это поняшный вариант Twilight в голубой блузочке и сиреневой юбочке. Здесь у нас, как всегда, прозрачный блистер с изображениями персонажа, с забавными различными личиками. Тут у нас есть логотипчик эквестрия Girls красивый, сзади у нас Твайлет вместе со Спайком. Правда, Твайлет у нас как фотография идет, а Спайк нарисованный на фоне школы. Ну, конечно, такой заучки, на фоне чего еще она может быть у нас. И сделана она во Вьетнаме. Вторая сторона. И давайте откроем коробочку. Твайлет у нас тоже с красивой очень прической. Как мне нравятся все вот эти вот рельефы локонов. Просто непередаваемо красиво, с малиновой прядкой. Сзади и на челочке. Правда, по-моему, у нее в оригинале на эту сторону челочки прядка. Ну да ладно, какая разница. Здесь у нее голубенькая блузка с бантиком, который покрашен. И рельефом сделаны пуговички. И юбочка у нас идет тоже из мягкого пластика. Я снимать не буду, она на застежке. Хотя вот можно вот так повернуть и снять. Слушайте, это уже какой-то японский ужастик с такими длинными волосами, не поворачивающейся головой. Ладно, все-таки сниму. У нас мягкий сиреневый пластик с рельефом и покрашенной ее меточкой. Правда, меточка немножко странная какая-то, но тем не менее. И складочки тоже у нас сделаны рельефом. Так у нее остается просто голубенький купальник. Можно одеть обратно. Вот с большими волосами неудобно одевать юбку и застегивать. Можно просто голову с таким хрустом, он еще поворачивается, и застегнуть, потом обратно повернуть. Кстати, да, вот тут рукавчики у нас в блузке тоже такие с красивым краем, бедная голова. Прическа у нас тоже из двух половинок сделана, причем челочка немножко такая даже мягковатая идет. Видно, как она загибается. Шарнирчики у нее в локтях и в коленях, как у остальных девочек. В принципе, шарниры хорошие. Ботиночки фиолетовые. И покрашены ее малиновые вставки сверху и черные снизу. Причем тут еще рельефы каких-то цветочков, каких-то бантиков. Забавно все это смотрится. Так, и мордашка. Очень симпатичный тоже личико, бровки обе на месте. Маленькая меточка совсем незаметная. Она, кстати, с белыми все-таки этими самыми еще. Ну, в смысле, все как надо. Маленькая аккуратная меточка, глазки. Какая милота. Смотрится очень и очень мило. Как ты у нас стоишь, Твайлет? И несмотря на шикарный волос, она замечательно стоит. Конечно, с некоторым усилием, как я уже говорила, потому что все-таки голова достаточно большая, но тем не менее она спокойно ставится. Не всегда. В общем, имейте в виду, что надо некий баланс находить, потому что волосы банально перевешивают. Вот, ура. Она снова стоит. И в прошлый раз я еще отметила, что у них у всех разные кисти рук. Ну, скорее всего, они, конечно, как-то повторяются, но, допустим, не знаю, на кого она похожа. Ну, может быть, на Ревити с какой-то точки зрения. Ну, вот эта кисть, в принципе, похожа, а вторая, наверное, да, похожа, не похожа. Ну, что-то общее такое есть, но, тем не менее, они от девочки к девочке немножко различаются. У Applejack были совершенно другие лапки. И напоминаю, что нас еще ждет три ролика, три персонажа, которые будут чуть позже, в ближайшие дни. Ссылочки на них вы сможете найти в описании под этим видео и в аннотациях после ролика. Надеюсь, ролик был интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!